Всем привет! В прошедшее воскресенье мы поехали посмотреть Ринский водопад. И все было ничего, но случилось непредвиденное. Почти доехав до водопада, а это почти 3 часа в пути, машина умерла. Не хватило всего лишь 4 минут, чтобы доехать до водопада. Представляете, как обидно? Хочу показать вам, что можно сделать в такой ситуации в Швейцарии. К счастью, у нас была оформлена подписка ТЧС. Стоит такая подписка в год не очень дорого. Но при этом можно вызвать службу в любой район, в любое время, в любой день недели. Учитывая, что в Швейцарии в воскресенье никто не работает, для нас это было очень актуально. За нами приехали очень быстро и отвезли в ближайший гараж. Оформили документы на транспортировку машины в ремонт по месту назначения. Для нас вызвали такси, которое довезло нас до железнодорожного вокзала. Такси и билеты на поезд также оплатила все фирма. Ремонт машины оплачивается отдельно. Со мной такая история приключилась в первый раз. Надеюсь, что и в последний. Но лучше знать, как действовать в такой ситуации. А до Ринского водопада мы все же доедем в ближайшее время. Как только починят мою машину, и я вам его обязательно покажу.